Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова. Как быстро летит время, не успели глаза моргнуть, а уже вот-вот начнется 16-й каталог от компании Oriflame. Потрясающий каталог, во-первых, он сам очень красивый, во-вторых, это предновогодний каталог, 16-й, 17-й мои любимые, и здесь очень много новинок, спецпредложений, акций. Специально все продумано для того, чтобы нам было с чем работать и было что предложить нашим клиентам, для того, чтобы они сделали у нас с вами покупочки на праздники, чтобы все наши клиенты были с классными подарками. Потому что я каждый раз утверждаю, что самый лучший подарок — это тот подарок, который пригодится человеку, который принесет пользу и удовольствие. А если мы будем с вами дарить просто какие-то статуэтки с мышками, это будет, мне кажется, настолько банально. И всегда еще помните тот момент, что вы сами вот хотели бы получить в подарок, то нужно и подбирать людям в подарок. Согласны? Что это как бы логично. Итак, мы будем не просто листать с вами каталог, вы видите, здесь огромное количество продукции, это то, чем я пользуюсь сама, и я расскажу вам, что мне нравится, а что не очень, потому что есть продукция, которую я не рекомендую, например, для определенного типа кожи, для определенного типа людей приобретать. Поэтому будьте внимательны, слушайте от начала до конца. Если, например, какая-то информация вам не интересна, вы можете просто чуть-чуть перемотать ролик вперед, дойти до той странички, которая вам интересна, потому что я буду все рассказывать последовательно от первой странички и до последней. Приступаем. Каталог номер 16 начнется с 18 ноября и закончится 7 декабря. То есть у нас будет с вами еще один каталог. Этот каталог, конечно, очень красиво оформлен, такая семейность, праздничность от него исходит. И мне очень нравится вот эта вот светлость такая, и чисто по-шведски очень красиво. Ох ты, как здорово! Сразу в начале каталога нам предлагают подарочную упаковку. Конечно, все подарки лучше всего дарить сразу в красивых пакетиках, потому что приятно получать оформленные подарки, а не просто так. Смотрите, любой пакет можно приобрести за 49 рублей, если ваш заказ на 500 рублей из каталога. То есть, если заказ на 1000 рублей по ценам каталога, значит, вы можете 2 пакета взять. Если 3 раза по 500 рублей, на 1,5, значит, 3 пакета. Имейте в виду, это действительно хорошее предложение. Смотрим еще, что тут дальше. Нам предлагают наборы. Конечно, наборы всегда выгоднее выходит по цене. И что нам здесь предлагают? Такие вот маленькие флакончики. Я взяла один флакончик, чтобы вам показать размер, то есть формат 30 миллилитров. В первом наборе у нас идет шампунь и кондиционер, мед и молоко, то есть они будут такие маленькие, 120 рублей набор. Кстати, я очень люблю этот набор брать с собой в путешествие, мне эта идея очень понравилась, потому что хватает на 3 раза мне вот мои длинные густые волосы промыть, на 3 раза хватает, поэтому если путешествие 10 дней, то как раз вот мне этого количества хватает, и не нужно с собой тащить огромные флаконы. А с этой стороны набор включает в себя мыло и крем для рук. Ну, это, конечно, мне кажется, дороговатый набор, честно говоря. Ну вот серьезно, на мой взгляд, это дорого, потому что вот этот крем я покупала в прошлом каталоге 39 рублей, мыло стоило 49 рублей, ну как-то странно. Ну, конечно, со скидкой будет 79 рублей, если у вас есть дисконт 20%, то это, конечно, будет круто. А так, в принципе, мне кажется, это дороговато, наборчик маленький. Ну давайте посмотрим, что еще интересного предлагает компания. Так, вот набор «Огни Парижа», я его как раз выписала в 15-м каталоге, еще все упакованное. Я хочу сказать, что это классный набор, он и оформлен красиво, празднично, формат нам уже привычный, то есть флакон такой, как мы уже брали, но вот именно в паре они действительно симпатично смотрятся. То есть это неплохой подарок, всего за 159 рублей. Ну, можно положить в пакетик, и не такой дорогой, как представлен в начале каталога. То есть если вы ищете подарки, чтобы укладываться 100-150 рублей, да, то мы смотрим вот в эту коллекцию.
Так, с этой стороны, кстати, очень хорошее предложение. Я обожаю вот эти перчатки. У меня сейчас рукавички, до этого были перчатки. Я их заменила, потому что через какое-то время все-таки нужно менять. Но перчатка, мне кажется, удобнее, чем рукавичка, потому что вот пальчики все разделенные, и когда наносишь, то есть проходишь по всему телу, это такой кайф, то есть самомассаж обалденный. А этот гель, обратите внимание, он у нас уже был, но здесь у нас праздничная упаковка, добавили такие шарики. Самый обыкновенный гель, в нем нет ничего такого, что я бы сказала, вау, вот это гель. Нет, ну просто у него будет приятный сладенький аромат макадамии, орешки макадамия. Очень приятненький, обычный гель, никакого восторга там я от него, конечно, не испытываю. И вот все флакончики, посмотрите, они оформлены по-разному. Я думаю, что и мыло тоже должно быть в новогоднем дизайне. Но здесь вот мы его пока не видим упаковки, а только видим гель и мыло. Кстати, по деньгам достаточно выгодно получается. А со скидкой так еще будет круче. А вот этот набор, я считаю, он просто бомбический. Смотрите, во-первых, это полноформатный крем 150 миллилитров. Я уже одну баночку использовала, сразу как только получила в 15-м каталоге этот набор, сразу его выставила на ванную. Посмотрите, какой крем. То есть он густой, очень красивый, необыкновенный аромат черники. Я просто люблю чернику, обожаю ее. Необыкновенный аромат. То есть это такой презентабельный, красивый наборчик. И в этом флаконе у нас не просто гель, а это крем для душа. Он очень хорошо увлажняет кожу. Крем классно впитывается, я его буквально просто съела. У меня кожа очень требовательная и сухая, особенно вот сейчас, когда переходный момент идет, то я очень много пользуюсь кремом. А крем для душа, он уже начинает сразу во время купания увлажнять кожу. То есть он прекрасно и отмывает, и чудесно идет питание. То есть уже выйдя из душа, я не чувствую сухости. Вот шикарный набор, просто вот обалденный. В прошлом каталоге он был по акции, нужно было на 500 рублей что-то заказать, и тогда его брали мы со скидкой чуть побольше, но даже 299 рублей за полноценный набор — это классная цена, тем более в красивом дизайне новогоднем. Я вот буду такие подарки рекомендовать своим знакомым. Во-первых, можно разделить набор, одному человеку дарить крем, другому крем для душа, тогда выйдет по деньгам еще более приемлемо, а в то же время подарок будет клевый. Покажу дизайн. У нас выходит новая коллекция «Кардамон и хлопок». У кого есть бумажный каталог, можно потереть страничку. Я вам покажу флакон прошлой коллекции «Лимон и вербена». То есть, чтобы вы видели, какой формат. Здесь 300 миллилитров. Он идет с дозатором. Очень современный дизайн. Настолько он действительно цивильный дизайн этот, что его приятно всегда вот видеть в ванной. Я заказала себе огромное количество вот этих и гелей, и кремы для тела. И мне настолько нравится пользоваться, что мне даже вот не жалко деньги за такое классное качество. Здесь в состав входят натуральные эфирные масла. И здесь у нас будет мыло для рук, которое будет образовывать кремовую пышную пенку, и нежный лосьон для тела. Но это совершенно новый набор, я обязательно возьму. 599 рублей — это классная, крутая цена. Тем более мне понравился аромат. Такое чувство, они прям для меня сделали этот набор, потому что я его очень люблю. Здесь же есть мыло. Обратите внимание, 75 грамм, 99 рублей. На первый взгляд кажется это дорого. Давайте посмотрим, сколько у нас это мыло. Здесь 90 грамм, то есть это мыло больше чуть-чуть, здесь всего 75. Но это мыло будет абсолютно другого формата, и оно очень-очень плотное, долгоиграющий кусочек. У него тоже входят натуральные эфирные масла, и ощущения просто необыкновенные, поэтому я и такое мыло тоже буду брать обязательно. И нам предлагают набор полотенец, две штуки. Два штуки 50 на 30, то есть это полотенце для лица, 499 рублей. Ну, достаточно тоже высокая цена за полотенце, но они такие приятные в Oriflame. У меня очень много полотенчиков именно из Oriflame. Я качеством довольна, мне они очень нравятся, служат уже много-много лет, уже, можно сказать, надоели, но мы их не выбрасываем, потому что они в прекрасном состоянии. Масочки тканевые. Так, сейчас посмотрю, сколько,
Какая прелесть, всего 99 рублей. Мы брали их по 129. У меня есть клиентка, которая в восторге от этих масок, заказывала у меня 3 штуки и говорит, как-нибудь еще возьму, потому что очень нравится. Кстати, такие маски, они действительно дают мощный увлажняющий эффект. Я на себе это заметила, когда у меня был период засухи, я на 10 дней уехала в отпуск и не взяла с собой никакую маску. И я вернулась, просто у меня было ощущение, что я обезвоженная, тем более что я брала с собой простенькую серию Optimals, и у меня кожа действительно прям вот, у нее был дефицит питания и увлажнения. Я вот сразу эту маску сделала, боже, какая прелесть. Я и на шею, и на грудь, то есть в ней очень много внутри геля вот этого питательного, то что ее можно долго использовать. Так, ну вот маску показала, она классная, крутая, прям рекомендую брать. И смотрите, тоже хороший подарок, она большая, и маски очень модные, тканевые. Мне кажется, такую маску не каждая побежит покупать, а вот получить подарок, тем более Oriflame, я думаю, будет многим очень приятно. Так, здесь у нас для глаз, так, 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 посмотрим. Да, ну это крема для глаз, один для взрослой кожи, антивозрастной, а этот у нас вот из новинок, из последних, Love Nature, 99 рублей, прекрасно, слушайте, хорошие цены тоже. Так, что здесь? Двухфазный пилинг для обновления кожи. Знаете, я брала такой пилинг, но для меня это так долго, его нужно нанести сначала шаг 1, подержать 10 минут, потом шагом 2 протереть, то есть это вот такая прям процедура, знаете, и ее нужно делать раз в неделю для того, чтобы были такие результаты. Главное не забыть, если я ставила напоминание, знаете, эффект классный. Кстати, у меня остались эти тюбики еще на один раз, и я обязательно повторю, прям сейчас смотрю, думаю, так классно, нужно сделать. Очень люблю вот эти капсулы с маслом, они намного круче, чем капсулы Королевский бархат, прям в разы, это просто вот микс какой-то волшебных масел, которые невероятно делают кожу, но они и стоят, конечно, в 2 раза дороже, чем Королевский бархат, но они этого стоят. Но здесь для них идет акция, при заказе любого продукта из этого каталога вы можете взять потрясающе, какой классный подарок для мамы. Вы просто представьте, вот эти волшебные рыбки, 30 рыбок с хвостиками золотистые, прям золотые рыбки. Но кожа после этого масла, она становится действительно невероятная. Почитайте внимательно, посмотрите в интернете описание. Я брала 2 раза 2 баночки, я, наверное, возьму опять, потому что это очень хорошая цена. Кстати, можно скидку 50% использовать на это дело. Так, и здесь нас тоже ждет волшебное предложение, набор, который входит в шикарный шампунь-стимулятор роста волос. Это тот самый шампунь, который нужен той девушке или мужчине, которые хотят отрастить волосы или усилить рост волос. Есть такое понятие, как уснувшие луковицы. Так вот, этот активатор, шампунь-активатор, он их будет. То есть волосы начинают укрепляться, они активнее растут. То есть это вот проверено мной. Я очень люблю этот шампунь. И здесь же витамины, специально направленные на волосы и на ногти. Это нутрикомплекс. Тоже пью постоянно их курсами, потому что вижу результат. И я просто считаю, что ну, надо о своих волосах заботиться. Потому что волосы – это самое красивое, что есть в человеке, что сразу бросается в глаза. Так, здесь новинка, пена для ванн Звездные войны и туалетная вода Звездные войны. Мне кажется, это мальчиковая серия. Но вот, например, пена для ванн, она подойдет и тем и другим, а вот аромат, скорее всего, для мальчика, нет? А нет, просто для детей. Ну вот выглядит как для мальчика. Ищем информацию вместе. Не вижу, не вижу нигде, чтоб нет, не написано, что для мальчиков. Просто для ребенка, ну, значит, должно вкусно пахнуть. Сейчас я потру страничку. Да, действительно, он просто пахнет ягодами, черникой. Да, здесь написано, что это черника. Я чувствую знакомый аромат, поэтому подойдет всем. А вот на этой страничке у нас уже точно девочкам, а это мальчикам разделение идет. Смотрите, я вам взяла показать мою любимочку. Это бальзам для губ Mini Mouse. Или Моус, правильно как сказать, Мини Моус. Смотрите, во-первых, приходит все в коробочке Дисней прям. Здесь у нас
бальзамчик. Смотрите, с одной стороны такая мышка, с другой веселая. Здесь какая-то она скромная, такая милая, а здесь она уже танцует. А бальзам бесцветный, то есть никакого цвета нет. Я вот крашу, просто чуть-чуть блестят губы. Пахнет клубникой, просто такой запах. Вот прям я уже два таких использовала. Вот следующий взяла, уже лежит новенький. Я сейчас его открыла, потому что я начну им сейчас пользоваться. Потому что я брала еще вот с Рапунцель. Мне он не так понравился, как этот. Этот мне больше нравится. Поэтому я прям рекламирую вам. И здесь предложение, что если брать два, то цена выгоднее. Я опять парочку возьму. Во-первых, можно и подарить кому-то, ну и себе в заначку нужно положить обязательно. Так, здесь для мальчиков тоже наборы. Кстати, вот выгодное предложение. Вот, слушайте, вот для мальчиков наборы очень выгодные. Они, конечно, уже подороже, но здесь аромат полноценный, 100 миллилитров, и гель для душа полноценный. А здесь у нас средство для душа, то есть волосы, тело, и очень крутой парфюмерный спрей. Очень классный. У меня брали мужчины, и им очень понравилось. Вот классный тоже наборчик, 349 рублей. Так, где-то у меня есть этот корсетик. Кстати, я когда его купила, сначала пользовалась просто вот каждый день, не могла насладиться, потому что правда очень вкусный аромат. И, кстати, смотрите, оригинально сделано, вроде бы ничего особенного. Вот эта маленькая изюминка и приятный цвет сиреневый, фиолетовый такой сиреневый, он, конечно, ну, придает шарма этому простенькому вроде бы пластиковому флакону, но он действительно хорош. Он приходит в коробочке, такое все в слюде запечатано, и тоже хорошая цена, классное предложение. Так, что здесь? Подарочный набор будет у нас идти, надеюсь, в этой коробке, да? Так, подарочный набор. Нет, не факт, что он будет в коробке, хотя хотелось бы, смотрите, впервые в каталоге лосьон с любимым ароматом только в составе набора. Угу. То есть, если мы берем этот аромат, вишневый цвет, кстати, я брала такой дочке, вкусно пахнет, и продается в подарочной коробке. Ура! Вот она, эта красивая коробка, слышите, вот это классно. Сразу скажу, аромат он больше девичий, то есть его реально вот нужно предлагать не взрослым женщинам, а молодым девушкам. То есть это подростки, это молодые девушки, потому что он звучит очень легко, он звенящий такой, вкусный, он просто, ну я не знаю, но я, у меня когда дочка им пользовалась, я прям за ней как лисенок бегала, потому что очень вкусно пахнет. Так, а здесь это мужской набор. Надо его понюхать, потому что не помню этот аромат. Но он такой мужественный, то есть это, ну, вполне такой достойный аромат и для взрослого мужчины, и для молодого парня. И тоже у нас идет он в комплекте с шампунем для волос и тела. Слушайте, какая прелесть, волосы будут пахнуть у мужчины так же, как он весь. Слушайте, вот это здорово. И здесь 100 миллилитров шампунь. Он небольшой. Обычно мы привыкли, что шампуни у нас где-то 250, по-моему, миллилитров. Вот можно этот флакончик посмотреть, да. А этот будет 100. То есть он небольшой, но это все-таки набор и в коробке. Очень приятно его будет подарить. Так, что здесь? Тоже набор. У меня, кстати, есть этот аромат. Но я не могу сказать, что это прям вот мой аромат и любовь с первого взгляда. Нет. Даже могу так сказать, если я его лишнего наношу, то мне не очень комфортно. Для меня он, мне кажется, вот зимой в холода будет более приятно. Я недавно его открыла. Но он очень вкусный, он восточный, он такой сексуальный, он очень теплый. Он вот реально он теплый. Но нет, он не приторный, просто его не надо много. Он достаточно стойкий. И смотрите, что у нас предлагает. Новинка, ограниченный выпуск. Тоже будет в подарочной коробке. Это хорошая цена, потому что здесь большой крем, который отдельно у нас обычно со скидкой стоит более 300 рублей. По-моему, последние цены были на этот крем 329 или 349 рублей. И аромат. Он не дешевый, этот аромат. На самом деле, почему-то здесь обычно показывают черную цену, еще сколько стоит по отдельности, то есть если брать без скидки. Это тоже амбер эликсир, дорогой, стойкий, очень красивый дизайн у аромата, поэтому я думаю, такая коробочка тоже будет пользоваться популярностью. Но все-таки с ароматом нужно, как говорится, ну, не подаришь просто так человеку, как сказать,
Ну, просто сам придумал и подарил. Все-таки нужно дать пробник сначала, подегустировать, потому что если вы хотите сделать такой хороший, дорогой подарок, то важно, чтобы человек еще им пользовался. Только сейчас увидела, что на модели серьги в виде елочных шариков. Как это забавно, слушайте, прикольно. Очень популярный момент – это маленькие, как сказать, пробирочки вот эти. Забыла совершенно вот это название флакончиков мини, когда маленькие такие ароматики. Мы их можем носить с собой в сумочке, это очень удобно. Я, кстати, взяла себе вот такой Love Potion недавно. Недавно у меня буквально отняли два аромата, которые я себе брала. Это Giordani Gold Essence и Poses. Просто пришла девочка, сказала, я у тебя их забираю. Вот, и здесь они будут у нас представлены тоже в формате 8 миллилитров. Цены указаны на них. То есть, смотрите, очень хорошенькие. Они все приходят в коробочках, все запечатано в слюду. А здесь нас ждет новинка, удлиняющая тушь уход для ресниц. Я, конечно, обязательно возьму новинку попробовать. Хотя мне редко подходит тушь Giordani, не знаю почему, но как-то не так у меня ресницы лежат, когда вот другая тушь. Поэтому я, конечно, возьму попробовать, мне интересно. Тем более хорошая цена, 389 рублей. А здесь нас ждут чипчики Giordani. Кстати, их, по-моему, не было, но не написано, что это новинка. Но я их раньше не видела. И тушь с металлическим наконечником, я вам ее покажу. Я брала себе такую тушь, она это или нет? Да, да, это вот она, эта тушь. Я считаю, что это была самая бестолковая покупка моя в Oriflame. То есть эта тушь дорогая, я ее даже дороже брала, чем она здесь идет по спеццене, но краситься ей абсолютно невозможно. То есть даже еще как рекомендовано после использования протирать эту тушь салфеточкой, потому что это металл. То есть вот этот вот наконечник, он полностью металлический. Мне никакого эффекта ни подводки не дала. То есть ресницы склеиваются ужасно, ничего не получается. Я ей смогла краситься только при условии, что у меня рядом есть щеточка для разделения ресниц. То есть я нанесла слой, разделила, нанесла, разделила. Я вся измучилась, и, в общем-то, я этой тушью пользовалась 3 раза, попробовала, поняла, что у меня просто не хватает нервов, и я и не стала пользоваться. Вот, оставила флакончик, просто чтобы показывать и предупредить вас, что, ну, возможно, вам эта тушь тоже не понравится, как и мне. Ну, хотя, кто знает. Так, далее. Подводка. Жидкая подводка, насыщенный черный пигмент. Ну, кстати, Giordani всегда отличаются хорошими подводками, но у меня сейчас подводка есть, поэтому я воздержусь от покупки. Цена 419 рублей. Мне нравится кисточка. То есть я вот смотрю на нее, я сразу понимаю, что такой кисточкой будет удобно красить, делать стрелочку, делать ее разной толщины. Можно тоненькую, можно толстую. А тут нас ждет еще одна сенсация. Это три палетки теней. Я сразу вот присматриваюсь вот к этой, потому что это прям мои цвета. А, не, даже не три, их будет 5. Смотрите, первое бело-розовый. Вот он у нас, наверное, представлен. Нет, это вот этот цвет. Лиловый крем. Так, видим. А далее у нас будет такой снежный какой-то там. Не вижу индиго, по-моему. Снежный индиго. Кстати, такой агрессивно синий цвет. Очень редко кому идет. И вот когда вот так вот красишь, это более какой-то, я не знаю, ну, такой яркий макияж. Под светлые вещи, конечно, наверное, будет красиво. Например, если у вас белый пуховичок, и вы сделаете такой вот макияж, как Снегурочка просто получится. Интересно. Очень стильно и модно. Это пряный, так, не вижу, имбирь, по-моему, да, пряный имбирь. Это просто бомбическое сочетание цветов. Сейчас очень модно такие яркие оттенки, рыжие. И тот, который мне понравился, золотой шоколад. Ну, у меня, конечно, таких оттенков очень много. Ну, все время тянет к одному и тому же. Хотя вот это мои тоже цвета. И это мои цвета прям классные. Очень здорово. И мне нравятся тени Giordani. До этого все, которые я пробовала, они полностью удовлетворяли моим запросам. Так, на этой страничке нас ждет блеск для губ. Жидкий, да? Сейчас я найду. Жидкая губная помада. Вот, это не просто блеск, это губная помада.
У этой помады очень красивый дизайн, удобная кисточка. Я брала такую помаду, самый последний оттенок, темная слива, для своей дочки. Она была просто в восторге. Она сказала: «Мама, я даже никогда не думала, что возможно когда-нибудь изобретут такую помаду». Но сама я себе ни один из оттенков не выписывала, поэтому буквально 2-3 раза попробовала этот цвет у дочки. Могу сказать, что да, действительно хорошая помада, очень интересный формат. А вот здесь нас ждет тоже классное предложение. Это карандашики Giordani и помады иконы стиля. У меня есть такая помада. Во-первых, классный футляр золотистый. Мой оттенок золотисто-медный. 304-58. Сейчас я сделаю нам с вами палитру здесь на руке и буду показывать цвет. Мне кажется, цвет на бумаге отличается от цвета, который он реально есть. То есть он темнее, чем показано здесь. И на губах я, когда делаю с контуром, она смотрится намного темнее. Прекрасная помада, хорошо увлажняет губы, чудесно лежит. Как видите, у нее плотное покрытие сразу при первом прикосновении, то есть сразу ложится цвет идеально. И карандашики. Про карандашики я не могу сказать восторженных слов. Может быть, мне попались такие карандаши, но есть три оттенка у меня. Здесь у нас какие цвета? Вот как раз. Давайте начнем. Гордыня. Вот он. То есть на руке он красит кое-как, на губах он вообще не красит. Вот такой цвет, он все-таки чуть-чуть отдает в рыжинку, потому что вот кто-то спрашивает, он не совсем такой вот, как хотелось бы, прям нюдовый, есть рыжинка легкая. И на губах мне не нравится, как он красит. Конечно, круто, что здесь и кисточка есть, но я ей ни разу не пользовалась в своей жизни этой кистью, потому что у меня есть специальная кисть для помады, ей я и пользуюсь. У меня есть розовый оттенок, вот этот, наверное, у меня роза. Если получится код посмотреть, сейчас посмотрим. Так, ага, 83-й. Да, это роза. И роза тоже меня не удовлетворяет по качеству. На губах очень трудно свозиться. И, вот, честное слово, с самого первого дня, не то что они у меня там давно лежат. А вот самый яркий мак, он просто бомбический. Вот смотрите, я вот прям провожу по губам один раз. Я могу закрасить все губы ей, сверху чуть-чуть положить помады, чтобы появился стойкий эффект. Вот от этого карандаша я испытываю дикий восторг. Посмотрите, какой цвет. Но я редко пользуюсь такими цветами, но он нереальный по качеству. Я не знаю, в чем дело. Может быть, разные пигменты, разные используются красители, из-за этого качество меняется у стержня. Ну, от цвета, да, зависит. Но вот могу сказать, что, может быть, да, так попалось случайно. Что здесь у нас? Какое предложение? Скидки огромные, могу сказать, что это очень привлекательные цены для Giordani. Это хорошая цена, 40% скидка при заказе любого продукта из этого каталога. Далее, база, антивозрастная основа, эликсир. Эта основа, она дает подсветку, то есть вы ее наносите на все лицо, потом сверху тон, и кожа вся сияет. Ну, это нереально красиво. У меня, к сожалению, нет такой штуки, но есть у моего партнера, у Натальи. И я просто на ее лицо смотрю и думаю: боже, она просто вся светится, никаких хайлайтеров не надо, вот просто вот эта база. Может быть, я тоже себе возьму, потому что здесь хорошая скидка. И вот это та самая, сейчас скажу, шелковая тональная основа Fluid, тоже со скидкой. Но я ее не очень люблю. Сейчас объясню, почему. У нее вот эта пипетка, которую якобы нужно набирать и капать сначала на руку. То есть, видите, вся пипетка грязная, нужно перенести на руку. Потом с руки взять кистью, перенести на лицо. Я, в принципе, так всегда и делаю. Но есть люди, которые, девушки, которые сразу капают себе на лицо и пачкают всю одежду. Ну, в общем-то, формат абсолютно неудобный. Сама тональная основа крута тем, что она превращается в пудру. Вот ее прям наносишь, она превращается в пудру. Но именно вот эта тональная основа у меня подчеркивает поры. Я делюсь только собственным опытом, девочки. Имейте в виду, что, может быть, да, у кого-то будет круто. У кого пор нет, конечно, это просто фантастика. Просто фантастика. Вот она сейчас высохнет, она сразу станет пудрочкой. Вот это вот жиденькое чудо. Конечно, первое время, когда она вышла, я ее постоянно брала, мне было пофиг, что там у меня в поры забивается. Просто это было так
красиво, так классно. Но со временем я поняла, что все-таки для меня это тоже не очень удобный формат. И мне не нравится вот этот вообще принцип, то, что ее нужно открутить, капнуть, закрутить. Тут все течет уже. То есть это абсолютно вот не мой вариант, потому что, как вы знаете, если кто давно знаком со мной, с моим каналом, я люблю такие вещи, которые универсальны. Вот, нажал, все, вышло. Крем взял, нажал, вышел. Я не люблю все, что вот с закрутками. И если есть выбор купить там с дозатором или с открывашкой, то я лучше переплачу деньги и возьму с дозатором. Это намного удобнее. Так, здесь я тоже вам кое-что покажу. Кстати, у меня есть такой тонер, я забыла его взять. А, он у меня, наверное, в офисе, поэтому не попался на глаза. Да, точно. Классный тон. Это CC крем. Я его прям очень хвалю, он мне действительно нравится, и у него высокий SPF, и классное покрытие дает такое, прям маскирует несовершенство, классная защита на зиму будет, поэтому я его рекомендую, и он такой классный, у него такой плоский тюбик, вот так сжатый, и он смотрится таким уютненьким, компактным, прям супер. А вот это буду хвалить. Буду хвалить. Смотрите, это у нас кремовые румяна, но я, честно говоря, не пользовалась ими особо как румянами, я пользовалась как базой под тени. Смотрите, какая прелестная штука. То есть вот это все чудо, оно сияет, то есть я наносила на веки, а сверху сухими тенями закрепляла. Есть на канале несколько роликов, мне кажется, два или даже три, но два точно есть, как я делаю макияж с этими с этой базой, с румянами. И если закрепить сверху сухими тенями, то он классно лежит весь день. Также я наносила на губы, но смотрите, каким образом. Если нанести чисто на губы его, этот стик, то через какое-то время он свернется достаточно быстро. Но если нанести сначала помаду, а потом сверху немножечко пройтись вот так вот им, ну на губах это классно, вот так вот сверху пройтись, то он долго не будет сворачиваться и будет, как бы, знаете, вот классное сочетание веки, губы и немножко на щеки. То есть я сверху чуть-чуть на щечки вот так вот кидала, просто вот этот вот блеск, смотрите, какой красивый перелив. То есть вот эта штука, я ей мазалась все лето, вот все лето, смотрите сколько. То есть мне кажется, я даже половину не израсходовала, хотя пользовалась регулярно, мне настолько понравился этот макияж. Он такой легкий, такой звонкий, я не знаю, такой вот прям вау, суперский. Да я им и зимой буду пользоваться, потому что это красиво. Так, похвалила. Такой я не брала, у меня брала подруга, ей тоже понравилось. То есть смотрите, по тону кожи, смотрите, если вы... Смотрите, 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 уже заговариваюсь. То есть, если у вас кожа смуглая, то вам будет красиво бронза. Если вы бледная с синим подтоном, то вам будет некрасиво. То есть, у меня, видите, синий подтон у кожи, то есть я бледненькая, и везде у меня как бы сине-розовая. О, кстати, тон высох, смотрите, какая пудрочка прям матовая, супер. Сразу чувствуете разницу, какая кожа молодая, где вот тон нанесен, и какая рядом, да? То есть он и перекрывает все венки, перекрыл. То есть, ну, как бы все хорошо, все прям очень хорошо. Так, кто-то звонит, я сбила номер. Вау, слушайте, я вот это хочу сказать, будет просто что-то с чем-то. Это новый аромат. Giordani Gold Essence Sensuale. Боже, я потерла страничку, и я ее буквально просто занюхала, затерла до дыр. Это так вкусно. Это такой роскошный аромат. 30 миллилитров и всего 799 рублей, и это парфюмированная вода, парфюмерная вода. Боже, как это вкусно! Классный состав они добавили. И тут идет акция. Смотрите, если мы берем тот аромат, то еще можем Giordani Gold Essence взять всего за 1399 рублей. То есть, ну классно. Но я, конечно, у меня Essence есть, я хочу вот этот. Я его хочу, не могу. Я, наверное, не дождусь, когда наступит этот новый каталог. Я хочу его взять по спеццене. А, он спеццена действует только если заказывать и тот, и другой аромат. Ну и что, возьму вот по этой цене. Мне все равно. Я хочу его. Я его хочу. Он классный. Просто не могу, какой он потрясающий. Так, что здесь? Праймер. Забыла взять праймер, но зато покажу вам хайлайтер. Тоже неплохая штука.
Но неудобно вот из-за этой вот ерунды, что нужно открутить. Ну, кстати, открутили, взяли, вот раскидали по тону, там где нужно, сверху уже. Смотрите, какой приятный цвет. Для меня, конечно, золотые хайлайтеры, они вообще исключение составляют, потому что они на моей коже сразу становятся, старят кожу сразу. Этот же делает такую подсветку, не знаю, видно вам или не видно, но это вот так, наверное. Смотрите, как сияет кожа благородно, так легко. Ничего вот нету к этому, чтобы придраться к этому средству. Еще и большой флакон, надолго хватит. То есть, ну, год с гаком точно вы будете им пользоваться. И тоже здесь хорошие скидки. Дальше. Так, тут пудра. Вот пудра у меня еще в старом формате. Я не могу сказать, что она мне нравится. Я считаю, что отвратительная упаковка. Просто отвратительно. Вот я вам покажу хайлайтер. У меня есть это палетка, вот эта, как она называется правильно? Палетка для контуринга. Вот, и пудра, она будет такая же. Ну, что это такое? Мама дорогая, вот, ну, стрём полный, вся облезла, вся поцарапанная. Но начинка просто бомба, смотрите. Какие приятные оттенки румян. Какой крутой хайлайтер. И вот этот бронзер, он, то есть он не в рожену, он такой приятный, теплый оттенок, вот прям вот кайфовый. Я в последнее время набаловалась, беру кисть, кстати, вот эта кисть, она невероятная, ее просто вот можно купить просто для интерьера. Посмотрите, какая она красивая, ее трогать, это кайф. Я не знаю, я таких кистей вообще, я даже себе еще одну, наверное, куплю и просто положу ее, вдруг их снимут с производства, а это износится, чтобы у меня такая кисточка была. Я вот такой хомяк, я люблю такие вещи, но это чудо. Смотрите, что я стала делать. Я беру вот так вот прям, вот так вот миксую, и вот то, что оказывается на руке, я переношу на лицо. И получается очень нежный, красивый румянец, такой естественный. Просто вы мне пишете в последнее время: «Лиля, у тебя так сияет кожа, что вы делаете?» Да, мне в личку кучу сообщений приходит. Я вот это делаю, я вот это вот, я хулиганю. То есть я делаю вот так. Я ленюсь сделать там макияж такой сложный, сначала выводить себе скулы и так далее. Я считаю, что у меня нормальная форма лица, и смысла нет упираться там, что-то делать. Но вот этот кайф, когда кожа становится просто моложе на глазах, сразу минус 10 лет, вот это кайф. Я эту палетку всем рекомендую. 569 рублей. Я ее так и покупала примерно. Здесь вот есть подсказочки, куда, какие зоны, что мы наносим. Смотрите, как это удобно вообще, кайф. Я ей пользуюсь уже долго, но вот у меня больше всего расходуется хайлайтер, ну, потому что я его люблю. Вот. А сама упаковка полная Г. К сожалению, я уже кричу, я выступаю на семинарах, где вот возможно приезжало к нам руководство, я им просто говорила: измените нам упаковку, пусть будет дороже, но сделайте нам такую кайфовую просто упаковку, что когда мы достали свою палетку, то все девушки вокруг упали в обморок и просто приползли к нам с мольбой: где это купить? Я считаю, что для нас это важно. Девчонки, ваше мнение какое? Скажите честно. Так, здесь у нас консилер. Это незаменимая вещь для того, чтобы убрать темные круги, высветлить вот эти местечки. Сейчас вам покажу, где. Вот обратите внимание, вот эти места здесь проходит у всех венка. У кого-то ее больше видно, у кого-то меньше. И вот чем она ярче, тем больше синяк под глазом. То есть она отбрасывает сюда тень. И надо вот эту венку перекрывать с вот этим консилером. Я думаю, что будет хорошо. Хотя я сама больше люблю палетку, где такой плотный, маленькая палеточка с двумя оттенками, с пудрой. Там очень плотный, розовенький есть цвет. И я вот им здесь перекрываю. Мне он подходит идеально. Так, что здесь у нас вкусненького? Самое любимое. Средства для снятия водостойкой косметики. Я им снимаю любую косметику за раз-два, просто раз-два, и вы ее сняли. Но принцип такой: нужно взять это средство, взбить, нанести на ватный диск и ватный диск положить на закрытый глаз и держать. Если хотите вообще, чтобы быстро косметика смылась, то сначала водой размягчите тушь. Лишнюю тушь снимите, не надо тереть вокруг глаза, просто чуть-чуть пальчиками, вот так мы делаем щепоточку, и аккуратненько мокренькие реснички освобождаем от излишка туши. Потом прикладываем спонж,
Держим 30 секунд, аккуратно опускаем вниз и аккуратно чистой стороной протираем к носу. Вот два движения нужно сделать, чтобы стал идеально чистый глаз и вся кожа вокруг него. Конечно, если макияж бомбический, то есть подложка под тени, сверху 3-4 оттенка, стрелки, тонна туши, да, тогда, может быть, придется еще раз сделать такую процедуру, на чистый диск приложить, убрать. Но кайф полный, очищается до чиста. Это единственное средство, которое у меня полностью удаляет макияж. Далее, карандаши. Я вам покажу один карандаш, который у меня дома оказался, потому что часть продукции у меня в офисе. Вот он у меня просто давно лежит. Когда я его открыла для себя, этот карандаш, смотрите, какой он красивый цвет. Я им пользовалась просто каждый день вообще, под любую одежду, я не могла остановиться. Потом он мне чуть-чуть поднадоел, и вот он лежит уже у меня долго, он чуть, кстати, мало осталось. У меня, видно, уже подсох, потому что он уже, ему больше года точно. Посмотрите, какой цвет, боже, вот эти вот вкрапления перламутра и такой красивый зеленый цвет, какой-то не искусственный, а вот такой настоящий, мягкий зеленый, без, даже какой-то чуть-чуть серо-синий потон там, видите, да, вот он такой, и красиво глаза подчеркивают. Вот здесь показан тоже на девушке такими серыми глазами, глаза становятся такие яркие, прям вот кайфует этого карандашика. Надо опять им покраситься, что-то я про него забыла. Так, туши покажу. У меня есть и такая, это подкручивающая, термосмываемая, обалденная штука, правда, кисточка своеобразная, смотрите, какая она тонюсечка, она прям малышка у нас. То есть если вы не любите такие маленькие кисточки, то даже на нее не смотрите, потому что к ней тоже надо будет приспособиться. Но дочка моя именно от этой кисточки балдеет, хотя у нее здоровые лохматые ресницы, она им этой кисточку делает такие себе ресницы, удлиняет такие огромные. Я каждый раз прикалываюсь, говорю: о, опять ресницы нарастила, не стыдно? Но она смеется, но, конечно, получается круто. Самая фишка этой туши то, что она смывается теплой водой. Она не просто смывается, она с ресничек снимается как одежда. То есть она не размазывается, не портит кожу. Вы ее просто снимете, намочите глазки теплой водой, сильно теплой, не кипятком, конечно, но просто теплой водой, комфортной. И аккуратненько пальчиками она просто свалится с ресничек, и не будет никаких кругов панды. Вот это кайф. И есть тушь вот эта с экстремальным объемом, бочонок, очень неплохая тушь, очень лохматая кисть, смотрите, какая лохматая, такая прям хулиганистая, я ее называю бешеный ежик, потому что щетинки тоненькие, во все стороны торчат, и даже мне она подошла, хотя у меня ресницы настолько капризные, что, ну, они прям у меня редкую тушь принимают. Очень редко, чтобы я была довольна своими ресницами, мне нужна другая тушь, сейчас покажу. Но это прикольно, во-первых, она, смотрите, красивая, такая прям вау, и щетка необычная такая огромная. Вот кто любит лохматые щеточки, обязательно попробуйте эту тушь, она хороша. Так, что здесь у нас? Бальзамчики, тоже есть у меня один бальзамчик, вот этот самый темный цвет, 314-44, чтобы вы видели, что это реально как помада, то есть будет на губах красивый цвет, живой, не просто блеск чуть поблескивает, а будет цвет. Ну, учитывая, что еще губы ярче, чем кожа руки моей, то вы поймете, что это будет красивый цвет. Это вкусный клубничный аромат, это защита от солнца SPF 8, это очень хороший бальзамчик защитный, ну хороший, я люблю этот бальзам. Так, это еще не все, у нас еще есть вот такая помада новинка, смотрите, я рискнула и взяла себе самый яркий цвет. Шикарная кремовая, жидкая матовая помада. То есть она из крема превращается просто в матовость. Сейчас так. Очень удобная кисточка. Это самая лучшая кисточка, которую я встречала в своей жизни. Вот так много нанесла. Это очень красиво. Вот оно сейчас подсохнет и станет матовым. Это безумно красивый цвет. Она не сушит губы, она очень комфортно ложится, она классно лежит. Ее можно без контура использовать. Во-первых, потому что вот эта остренькая кисточка, она прям как контур красит. Тут много помады, сейчас сниму. Видите, какая острая кисточка, клевая.
То есть она прям заостренная и сама рисует контур губ. То есть так мы берем, аккуратненько проходимся по контуру, и она четко выкладывает контур. И потом мы просто покрываем уже слоем помады. Такие вам губки рисую сексуальные. Рекомендую. Ну, не знаю, я, конечно, я еще мало пользовалась, я только один раз с ней походила, но мне было комфортно, потому что у меня обычно губы быстро отзываются, если им что-то не нравится, они прям сразу кричат «help, help, оставьте меня в покое». Знаете, я ничего не взяла вам показать из вот этих средств, но я могу сказать, что однозначно рекомендую сушку, вот эту для ногтей, потому что без нее я жить не могу. И не рекомендую брать вот этот корректор для лака, потому что, ну, на самом деле бестолковая вещь, и может быть она вам пригодится два раза в жизни, нет смысла две сотки выкидывать, лучше взять еще какой-нибудь не закрепляющий, а какой-нибудь, вот, например, против расслаивания ломкости. Или мне нравится средство, которое у нас с таким, с голубеньким подтоном или сиреневым, который тоже для укрепления ногтей. По поводу лаков, они, конечно, очень красивые, хороший объем 8 миллилитров. Я брала себе из этой серии один оттенок точно брала, но я его здесь не вижу, мне кажется, его здесь и нет почему-то. Может, кремовая роза здесь так смотрится. Но что я заметила, то что он, да, он быстро сохнет, но и сам лак во флаконе быстро сохнет. Вот что я хочу сказать. То есть он, как бы, его надо быстро расходовать. Если вы возьмете этот лак, надо его быстро расходовать. Просто предыдущая серия просто The One, там лаки очень долго лежат, и даже если я ими долго не пользуюсь, они не высыхают. Этот же, он такой, схватывается быстро. Так, что здесь у нас серия? Интересно, какой дизайн. On Color сделали красивый новогодний дизайн, 4 оттенка. Я их, конечно, еще не видела, но я так понимаю, что они будут какими-то очень сияющие, сверкающие, все переливаться. Но я надеюсь, будет возможность их попробовать. И здесь карандашик, карандаш для губ. Коралловый, теплый. Да, карандашики тоже уже были, эти цвета. Они маленькие. То есть имейте в виду, что они прям вот малышки. Карандашики 0,7 грамма всего. А зато мне очень понравилась помада. Я не думала никогда, что я скажу это про помаду On Color. Честное слово, никогда себе не брала предыдущую Color Box и Vision, то, что до этого было, потому что, ну, вообще никак мои губы не принимали. А эту помаду приняли. Вот что странно. Так, у меня теплый ореховый, по-моему, 76-й, вот он. Вот эта помада. Вот так она выглядит. Смотрите, плотное покрытие. Достаточно плотная, но тем не менее губам комфортно. Я не могу сказать, что это прям фантастическая помада, но она мне понравилась больше, чем помада новинка 5 в 1 Дзевановская. Хотя та дороже в два раза. Это мне понравилось больше. Там не сушат губы. Я так ее все-таки хотела попробовать, купила, но она мне сушит. А это кайфовая помада. Классный цвет. Посмотрите, какой цвет. Я вот прям, знаете, пальцем в небо тыкнула, такая говорю, вот эту хочу. И я в восторге. Хотя мне можно было и вот эту взять еще. Я бы тоже думала, что я от нее была бы без ума. 129 рублей. Все удовольствие. Девочки, езди разгуляться. Я хочу сказать, я в таком восторге от палитры. Давно такого не было, чтобы в одной серии можно было 5-6 оттенков. Прям смотришь, говоришь, и этот хочу, и этот подойдет, и этот. Но действительно, вот такая теплая гамма палитра очень редко встречается. Очень редко. Такие красивые нюдовые цвета. Вот сейчас смотрю, действительно думаю, надо взять еще какую-нибудь, побаловаться. Ну, дизайн, конечно, простецкий. Прям вот проще некуда. Но, тем не менее, прикольно красно-черное сочетается и вроде как привлекает внимание. То есть мне это больше нравится, чем предыдущая бело-черная. Как-то та была совсем простоватая. Что сказать про тени On Color? Они неплохие, действительно неплохие, я их все пробовала. Ими можно сделать очень классный мейк. Мне нравится то, что можно собрать себе палитру, какие нужны тени. Не как обычно, в палитре положили 10 штук, 5 используешь, 5 выкидываешь. Здесь же мы можем подобрать то, что нужно. И помните, что любые тени будут в 100 раз лучше смотреться и ложиться на базу. То есть для любых теней используйте праймер или основу какую-то, хотя бы какие-то вот закрепители, да, фиксаторы,
прилипаторы, я их так называю, чтобы тени прилипли, и вы будете просто от этих теней кайфовать, потому что они классные. Особенно мне, знаете, какой понравился цвет? Вот этот вот теплый кофейный, очень крутой. Вот этот вот бархатный сливовый, вот этот тауп хороший, ну и вот эти. Кажется, у меня даже есть какие-то вот эти оттенки, потому что я набрала кучу всего в офис, отвезла для макияжей. Ну так, не могу вспомнить. Тушь не знаю, честно говоря, не пробовала, не могу сказать, нравится она мне или нет. Так, карандашики пробовала, классные карандаши. Кстати, не ожидала даже, что за сотню можно такие хорошие карандашики, они тоже не очень большие. Здесь роскошная пилка четырехсторонняя, роскошная. Достаточно хорошие щипчики, я маме такие купила, они не слишком крупные, ну и не совсем мелкие, прям нормальный формат щипчиков сделали. Про эти лаки ничего не буду говорить, мне кажется, у меня на канале есть полный обзор этих лаков, а он точно есть, я узнаю эти все цвета, я помню, что они мне все очень понравились. Но я точно воздержала, вот мне вот эти особенно, вот в конце помню, я эти узнала, я хотела грозу, я очень хотела вот этот вот небесный лавандовый, но я воздержалась, потому что лаков целый чемодан. Лаки классные, найдите на канале, посмотрите, и вы будете точно знать. Так, это пропускаем, красивые часы, прям вот реально красивые, но я часы не ношу, я единственное ношу часы, тоже подарок от Oriflame, мне подарили часы-компьютер буквально, мне очень нравится, часто я в них на видео сейчас без часов, потому что тестируем все, и мне очень нравятся часики, которые мне недавно тоже пришли в подарок, а до этого часы я вообще не носила, правда. Роскошные триммеры, просто шикарные. Не бойтесь, если вам нужен триммер, берите в Oriflame. Он, во-первых, намного дешевле, чем в магазине, и он будет служить много лет. Батарейку поменяете, и будет дальше служить. Очень остренькие, классные. Носочки прикольные, но я считаю, что это дорого. За одни носочки, они, конечно, красивые, в красивой коробочке, но 300 за носочки для меня это как-то, ну, мне кажется, это дорого. А вот мужские... нормальные. Но я Мише купила в прошлом году такой набор, а они большие по размеру, 42-45, это они крупные, то есть они прям вообще для больших ножек. Стильный шарф, такой сдержанный, классический, прям, да, смотрите, много новинок для мужчин. Ну, я все-таки считаю, что мужчине надо ремень хороший покупать. Не за 700 рублей, а надо взять кожаный один, и он будет классно ему служить долго. Но опять же, если вы как бы, да, за то, чтобы поддержать Greenpeace, да, против убийств животных, то это классный вариант, суперский. Ну, не каждый на это пойдет человек, конечно. Так, дальше бижутерия. Вы знаете, я не буду долго рассматривать бижутерию, тут очень много, у нас обновляется полностью коллекция. Мы постараемся записать отдельное видео по этой коллекции. Как это прикольно, смотрите. Вот это кольцо, слушайте, прям вау, эффектно такое, ох, расцветка. Мне очень нравится вот эта сумочка, я прям сейчас на нее смотрю, мне она нравится. То есть можно или черной стороной носить, или вот это вот подживность сделанная. Угу. Я смотрю, вот этот вот прям тренд идет, хотя год мыши, а у нас, смотрите, везде ягуары. Ну, неплохо смотрится, могу сказать, что очень даже прикольно. И очень красивое сочетание цветов, смотрите, светлый, розовый такой, приятный, приглушенный, и черный. Слушайте, очень красиво смотрится. Меня приковал внимание вот этот шарф. Обалденная расцветка. Ну вот это слишком уж как-то, ну конечно, многим нравится такой цвет. Я раньше, кстати, обожала леопард, у меня даже много вещей есть леопардов. Да, неплохо, но надоедает. Можно платье, например, или блузку одел день и все, а это ведь такие вещи вы покупаете, чтобы весь сезон отходить, и вот чтобы не надоело вот это одно и то же. Ну, кстати, вот так смотрится очень красиво, мне прям нравится. Надо будет померить, а то, смотрите, еще соблазнилась. Обожаю такие кисточки. Вот это очень красиво с кистями. Очень красиво. Ну, потом рассмотрим. Супер просто. Кстати, есть много интересного, что посмотреть. Так, сумочка, кстати, оригинальная. Ух ты, а вот какая лодочка. Смотрите, какая прям вау, сумка прикольная. О, шарф!
Вы знаете, я вот это вот смотрела уже, я вот так пролистала быстро, но я даже вот некоторые моменты только сейчас замечаю, какой красивый, большой, уютный шарф. Обалденно, его прям хочется уже пожмакать вот так вот. Так, ароматы рассказывать не буду долго, я просто буду говорить, вот этот нравится. Вот этот не зашел мне аромат, я взяла себе пробники, я его нюхала, потом брызгалась в бизнес-центре из оригинала. Мне он никак вот не откликнулся, хотя по описанию мне он очень нравится, я хотела, я когда увидела, новый аромат, надо попробовать, возьму. Но он мне вообще никак не откликнулся, я не взяла. Кстати, на меня это не очень похоже, обычно я новинки все себе беру. Ну нет, решила, что буду брать только то, что нравится. Вот, круто, смотрите, я же говорила, вот цена 339, один отдельно крем, а там у нас с ароматом было хорошее предложение. Вот я люблю, вот и этот аромат я люблю, вот и этот люблю. Ну тут, в принципе, вообще классная подборка, мне все нравятся, и кремы эти очень хорошие. Так, дальше. Мужские вообще без комментариев. Девочки, берем пробники и нюхаем, потому что вот чтобы я вам не рассказала, вы должны ощутить от кожи. Потому что на каждом человеке аромат раскрывается по-разному. От одного вкусно, от другого воняет. Вот и все. Один и тот же флакон будет использоваться. Это как с помадами. Мне идет, а другая накрасит, скажет: фу, какой ужас, что за цвет. То же самое здесь. Смотрите, что у нас здесь. Класс. Средство для умывания и скраб для лица 2 в 1. Надо, мальчикам надо чистить поры обязательно. Гель для бритья тонизирующий. Очень многие мужчины именно любят не пену, а гель. Тонизирующий гель для лица после бритья. Смотрите, как здорово. Коллекции прям мужские. Набор в коробочке. Кстати, цена такая же, как в прошлом году была. Год прошел, цена не поменялась. Очень выгодно. По поводу губки, многие писали, что губки г, ничего не г. Миша моется такой губкой уже несколько давно, она у него висит, я уж не знаю, каждый день он ей моется или нет, но она целая, она нигде не порвалась, она в нормальном качественном состоянии. Так, сейчас вас вдохновлю. Ой, подарите своим мужчинам на Новый год такой набор. Сами будете, девчонки, балдеть, как он вкусно пахнет. У меня Миша, когда им пользуется, он не каждый день, лентяй, конечно, еще тот. Но когда он им пользуется, его просто хочется съесть. Какой-то крутой мужчина просто. Как от него вкусно пахнет. Не знаю, для меня это важно. Так, это я не знаю, не пробовала, это новинка. Так, здесь все для молодой кожи, тоже огромные скидки. Ой, классная губка для очищения. Я вот ей пользуюсь. Мне нравится ей масочки смывать. Так, здесь у нас пошли серии для молодой кожи. Вот это мне очень понравилось из этой серии. Вот эта вот маска скраб. Я часто ей пользуюсь. Мне просто еще аромат нравится с кокосом. Многие спрашивают, работает ли осветляющая серия. Она работает 100%. Ну, просто надо понимать, что надо правильно пользоваться серией, а об этом, ну, отдельный разговор. То есть нужно не просто кремом мазаться, и вы думаете, что будет эффект. Нужно, желательно, чтобы это был комплекс, защищать лицо от солнца. Эффект даст только вот сейчас надо начинать пользоваться этой серией, когда уже солнце перестало быть активным, а не летом. И она реально осветляет пигментные пятна, практически их выбеливает досконально. Но 3 месяца нужно дать срок, чтобы все прошло. Так, кстати, хорошенький скраб, очень его люблю и рекомендую. Но здесь пошли уже все серии, дорогие, классные. Вот эта серия у нас Эко Бьюти на 95% натуральные компоненты. Это особенно актуально для вегетарианцев, для веганов, люди, которые вот полностью от животного отказываются, насилие над животными, но зато здесь все травки, травки, травки. Безумно красивая серия, очень приятная. Вот честное слово, я бы ее повторила бы как-нибудь с удовольствием, потому что мне она понравилась. Так, смотрите, у нас специальный новогодний дизайн. Как классно! Смотрите, при заказе любого комплексного ухода получаешь саше напитка Aqua Glow в подарок. Очень приятно. Вот мой любимый набор. Я его просто обожаю. Просто все спрашивают, чем пользуешься. Я беру или Ultimate Lift, или Экологен. Все, этот уже для меня никакой, этот еще рано. Пока его рано. Это уже когда начинается период менопаузы, уже этот комплекс мы рекомендуем. Осветляющий. Брала крем дневной. В восторге. Просто в восторге. Как мне понравился этот крем.
просто чудо. Очень рекомендую использовать эссенцию с пробиотиками. Я прослушала лекцию про нее и поняла, что я умничка, что я ей пользуюсь. Я пользуюсь практически постоянно. Это очень крутая вещь, очень крутая. Просто посмотрите, почитайте. Взяла себе крем Скульптор, где он? Вот. Для декольте. Вот 2 дня пользуюсь, пока в восторг просто от приятной консистенции, но я, естественно, пока не вижу результата, поэтому ничего не могу сказать. Но консистенция обалденная. Ну, сами посмотрите, вот этот гель, он такой беленький, молочный, он впитывается. То есть я очищаю всю кожу, весь бюст свой, шею, бюст очищаю также гелем для умывания, как и все лицо. Но на шею наношу теперь вот этот Скульптор. Это очень классно. 75 миллилитров и всего за 1500, а можно взять с 50% скидкой, как я сделала в этот раз. И я просто в восторге. Он быстренько впитывается, и кожа просто вау. Я надеюсь, что еще будет результат, и она еще омолодится. Рекомендую. Хотела взять показать, но что-то забыла. Это наш любимый аппарат Skin Pro для очищения кожи. Он маленький волшебник. Он вам придет с 3 насадками. 1, 2, 3. 1, 2, 3. То есть это для очищения, это массаж, а это отшелушивание. Вот я сегодня сделала отшелушивание, потом сделала массаж и просто балдею. Ну, очень крутая штука. Прослужит долго. И она не просто вот будет там, а это просто вау. Она вибрирует с такой силой, с такой скоростью, что просто из пор все вылетает, и такой массаж, кожа разглаживается, кровообращение усиливается. Ну, я не знаю, как я раньше без него жила, без этого набора. А вот, дошли до вкусняшки. Ничего особенного нет, вот честное слово. Вот это Aqua Glow, вот тут вот 25 пакетиков, вот у меня уже сколько пустых, 2 дня я пью, я получила заказ, первый день забыла выпить, а теперь поставила его на столе, прям чтобы видеть, вот 2 выпила, на вкус чуть кисленькая, как морсик ягодный, то есть если вот ягоды потолочь, например, там какую-то вишню, смородинку, залить водичкой, все это перемешать, получится такой вот напиток. То есть он просто бодренький, такой кисленький, приятный. Ну, как говорится, что есть ожидание, что будет омоложение лица, увлажнение кожи. Уже есть отзывы хорошие, потому что многие лидеры, кто ездил на конференцию, получили в подарок такие коробочки и уже протестировали на себе. Говорят, что очень крутой результат. Кожа действительно просто поменялась изнутри, напиталась, и она теперь кайфовая. Так, дальше. Wellness. Хотела еще вам показать. Многие спрашивают, что такое Wellness. Вот в такой вот коробочке. Она тут маленькая, на самом деле она такая большая. Приходит 21 пакетик. В нем 2 капсулы, вот эти желтенькие, это омега-3. Черная — это астаксантин, очень мощный антиоксидант. А просто таблеточка — это комплекс мультивитаминов и минералов. То есть это суточная норма для взрослого человека, с учетом того, что он добирает необходимое количество этих веществ еще и из еды. Вы же едите, правильно? Из еды мы тоже получаем какие-то полезные вещи. Так вот, я пью эти витамины регулярно, каждый день. Мы всей семьей пьем, и у нас хорошие результаты. С удовольствием рассказываю всегда про эти витамины, потому что самое главное все-таки это здоровье, и не просто хорошо себя чувствовать, а еще и хорошо выглядеть. Вот витаминки этому способствуют. Красочка для волос. Сейчас покажу, какой я пользуюсь. Все меня спрашивают. У меня светло-русый 9.0. Но он почему-то на моих волосах смотрится с рыжинкой. Такой медовый, красивый цвет получился. Вот для меня это фантастика, потому что я именно такой цвет хотела. Но он здесь намного светлее показан. У меня он чуть-чуть другой. Это нормально, потому что все волосы разные. Разный основной цвет, разная фактура волос, разная толщина и так далее. Все это очень сильно влияет. Обожаю шампуни, особенно люблю восстанавливающий шампунь для сухих поврежденных волос, потому что он мне идеально подходит. Ну вот брала еще себе разглаживающий, тоже понравился. Вот тут кондиционер, шампунь, конечно, рекомендуется использовать парой, и в этом каталоге хорошая скидка, кстати, на них.
хорошая расчесочка. Ой, а вот это какая классная, кто любит на чесики делать, кому надо объемчик чуть-чуть придать. Вот без этой расчески я не знаю, как жить, она просто классная. Лаками я не пользуюсь, но могу сказать, что они достаточно хорошие. То есть мы раньше пользовались, когда стрижки были, а сейчас уже нет. По поводу серии Swedish Spa, мне кажется, вот сейчас самое ее время, потому что вот эта сухость, это отопление, морозы, синтетические колготки, одежда, вся тонна одежды очень сильно кожа страдает, а вот эти средства с маслами, они, конечно, напитывают кожу, и она начинает просто оживать. Если летом мне вот это средство как бы и не хотелось им пользоваться, которое пенится на кожу, то есть на мокрую кожу наносишь вот этого средства немножко, и она становится беленьким. И также можно помассировать всю кожу, взять мочалочку, рукавичку ей пройтись. Сейчас я им пользуюсь с огромным удовольствием, и мне нравится вот это то, что его вот так вот открываешь, и отсюда выливается необходимое количество, выдавливаешь, все вообще классно, вся в масле, ой, оно и пахнет приятно. То есть домашняя спа процедура всегда на первом месте, потому что в салоне сделать спа уход ну в районе 3-4 тысяч стоит. Ну, конечно, там с массажем и все. Можно это друг другу себе сделать дома. Принять ванну с маслом, искупаться, сделать скрабик. Кстати, после масла очень хорошо скраб работает, он убирает роговые все наросты кожные. А потом сделать друг другу массаж. Ну, кайф же, надо себя баловать. Ух ты! Вот эту вот серию у меня любит одна клиентка, я ей позвоню, скажу, что небольшая скидка, классно. А вот еще я заметила, что у нас будет новинка, мерцающее масло для тела, молоко и мед. Я так понимаю, что его просто нужно будет нанести на чистую же кожу, и она просто будет вот так отливать, ну переливаться, как будто хайлайтером намазали. Ну интересное, конечно, предложение, может быть, даже стоит попробовать. Я, конечно, я не знаю, это вот кто любит куда-то на выход ходить. Не знаю, вот честно, у меня пока по поводу этого масла вопрос. Я еще, конечно, посмотрю на рекомендации от компании, потому что здесь очень мало информации. Ну, вообще, идея, конечно, интересная. Вот что я хочу, это вот этот массажер. Он просто обалденный. У меня есть наподобие массажер. Он еще такой с деревянной ручкой. Старый-старый массажер тоже от Oriflame. Я вам передать не могу, насколько он крутой. Это лучший массажер, который я видела. А этот, мне кажется, будет чуть-чуть побольше по размеру. И такой красивый. Тот тоже старенький. А этот прям такой вау-вау. Вот хочу такой массажер. По поводу серии, как она у нас правильно называется, Body Active, могу сказать, что даст результат при регулярном применении. Вот я, например, очень ленивый человек, но у меня может быть еще и проблема такой нет, что целлюлит меня мучил или живот висел, но периодически пользуюсь, конечно, мне нравится, но надо пользоваться каждый день, тогда будет результат. То есть если вы готовы пройти курс, не прерываясь на несколько дней, а просто делать каждый день, то результат будет крутой. Это однозначно, это клинически доказано, поэтому вы можете быть спокойны. А, нет, это потребительское тестирование. Но в любом случае, люди, которые пользуются, да, имеют результат, они же врать не будут. Ой, а вот это какая классная серия. Слушайте, новинка меня просто свела с ума. Вчера только достала новый гель, тот закончился. Это одно из лучших средств для купания, которое я встречала в жизни. Одно из лучших, правда. Очень, оно жиденькое, потому что здесь натуральные масла добавлены, поэтому они разжижают немножечко состав. Очень большой объем, 250 миллилитров, и выгодное предложение то, что при покупке 200 миллилитров, извините, при покупке двух цена каждого всего 139 рублей. Это классное предложение, вот мои два любимых вкуса. Этот уже использовали, этот сейчас используется, этот вот достала. Просто одно удовольствие им пользоваться, рекомендую очень. И я брала себе сливовый вот этот чувственный мусс. Но я могу сказать так, что это скорее баловство, и ну, для разнообразия можно это пенкой нанести на кожу, очень вкусно пахнет, да, приятно смывает после, например, яркого дня трудового, да, приятно, но лучший эффект, то есть такой купательный, отмывательный, это, конечно, вот от таких вот гелей.
Ой, суперские штучки. Кстати, недавно так веселилась. У меня клиентка первый раз заказала такое средство. Она взяла вот сиреневый для дочки. А недавно я к ней зашла, говорю, как вам интимочка? А она мне говорит, слушай, какая вещь, мы теперь всей семьей пользуемся. Я говорю, у девчонки отнимаете, закажите себе отдельно. Она говорит, ну будет со скидкой, закажу. Вот, очень хорошее средство. Я считаю, что это надо в каждый дом пропаганду делать, потому что это очень хорошее, качественное, мягенькое очищение слизистой, интимных мест. Так, дальше мыло. Ну, мыло классное. Я надеюсь, вы их пробовали, потому что это лучшие мыла, которые есть на свете. Это, конечно, Oriflame. Дальше, все лосьончики обожаю. Очень все классные, вкусненькие. Удобные тальки для тела. Они нужны для того, чтобы избежать лишнее потоотделение, натертости. Если есть такая проблема, это тальки вам в помощь. Очень вкусненькое жидкое мыло. Вот я вам его уже показывала с миндалем. Кстати, уже заканчивается. Это крем-мыло. Поэтому мне оно очень нравится, то, что сразу смягчает кожу рук. Это тоже очень удобно. Наши роскошные зубные пасты. Обязательно все закажу, кроме освежающей. Потому что эта паста-гель, вот у нас она как-то не прижилась. То есть имейте в виду, что вот эта вот освежающая, это гелевая паста. Эти обычные белые, как привычный формат. Так, дальше. Дезодорант. Это же у нас очень хороший, мой любимый серой крышечкой. Сейчас, кстати, пользуюсь таким. Что сказать по поводу полосочек? Вы знаете, вот у кого как берет, у кого волосы такие, ух, крепкие, жесткие, конечно, будет проблемно выдрать этими полосками. У кого волосики светлые и не слишком жесткие, не густые, то это классная штука. Я брала, но знаете, как вот 50-50, вроде бы и неплохо, но мне проще эпилятором все сделать, чем вот эту прикладывать, отдирать. Так, что у нас здесь? Набор. Набор? Нет, это не набор, это все по отдельности. Все можно заказать, цены здесь указаны. Посмотрите. Кстати, на набор нет скидки. Как я вижу, набор для педикюра идет без скидки. Что я люблю из этого? Ну, не знаю, мне вот это вот нравится, вот эта пилка, набор. А, вот он как раз без скидки. Мне он нравится, но мне не очень удобный формат, потому что надо снять щетку, положить щетку. Мне неудобно хранить, потому что никуда их не положишь, они рассыпаются. То есть нужна отдельная косметичка. То есть мне вот формат не очень понравился. Мне было бы проще, если бы было две щетки двухсторонние, с разными насадками. Честное слово, вот это было бы круче. Пусть оно будет немножко подороже, но зато будет классное. Так, что здесь? Ну, это наш легендарный дейзик. О, кстати, у меня клиентка просила вот эти вот штучки. Надо ей показать. Она сказала, что это невероятно крутые штучки для задников. Просто. И у меня еще кто-то просил. Девочки летом их распробовали, сказали, что они просто это необходимая вещь в жизни. Так, питательный крем. У меня есть тыквенный пирог. Слушайте, ну почему-то он пахнет, когда я его наношу. Мне кажется, я слышу запах апельсинов. Сейчас еще раз попробую. Очень густой. Очень классный крем. Хорошо питает. То есть прям вот такой вот густенький. Но вот я прям чувствую, когда мне Миша делает массаж ног, а до меня прям доносится аромат апельсинов. Ну, не прям яркий, но я чувствую его. Классный крем. Пахнет вкусно. И такой нарядненький. То есть его в подарок кому-то подарить. Это классно. Так, здесь у нас что, со скидками ничего нет? Ладно, пропустим. Ой, вкусный аромат мужской. Мистер Джордани. И Иксайт мне очень нравится. Мы, кстати, раньше Миши всегда брали. Черная пятница. Такие скидки клевые. Лючия. Вот. Вот это бомба, просто это бомба, и у меня есть вам показать. Недавно открыли новенький. Я не знаю, сколько мы их уже использовали, но смотрите, он просто улетает. У меня дочка его больше всего любит на свете, и все время у меня его просит, то есть никакие она другие не воспринимает наши ароматы. Ну, некоторые более-менее, но этот просто, она прям, мамуля, ну давай закажем. Вот, этот не знаю аромат. Очень классное предложение. Хорошая тональная основа Aqua Boost. Она идет на основе ледниковой воды. Она очень легкая, но при этом она перекрывает недостатки кожи. У нее очень красивые оттенки. Подборка очень хорошая тона. Так что здесь
Неужели? Неужели это стойкая помада? Где почитать? Да, вот у меня ждут тут эти помады, девочки. У меня есть одна клиентка, очень крутая девочка, хороший вкус, видно, что она прям такая вот, ну, разбирается хорошо в продукции. Она мне заказала вот такую фуксию и говорит, что лучше этой помады она еще не встречала по качеству. Она говорит, это невероятно. Я, говорит, хочу таких помад еще несколько разных оттенков взять, потому что, говорит, это лучшее, что я пробовала. 199 рублей, да фантастика. Так что здесь очень классная тушь. Вот реально, мои ресницы вам могут сразу сказать, хорошая тушь или плохая. И это хорошая тушь. У нее настолько необычная кисточка, которая на первый взгляд кажется дурацкая. Да как ей краситься? Я не смогу. Да что это за сверло тут? Но она классная. Она реально ресницы прям подкручивает, раскрывает. И объем дает, и длину. Очень хорошо. Вот карандаши для бровей я не пробовала. Но брала у меня клиентка. Заказывала дважды. Сейчас ей покажу, может быть, опять закажет. Она сказала, что это классные такие карандаши, обалденные. Особенно, говорит, я сначала не оценила вот эту светлую сторону, думаю, зачем они это сделали, а потом, говорит, я поняла, как круто выделить бровку именно светлой вот этой частью. Может, мне тоже попробовать? Вот она, моя любимая. Ой, простите, камеру чуть не столкнула от счастья. А, это моя любимая тушь. Вот. Раньше я любила 5 в одном больше всего, но в последнее время, мне кажется, она приходит какая-то пустая. Вот честно, я открываю новую, раз, два, три, и в ней пусто. А это я вот пользуюсь, наверное, 3 месяца, но я ее разбавляла капельками глазными, добавляла. Как она круто разделяет реснички, прокрашивает их. Кто-то скажет, что дурацкая тушь, но для моих ресниц, которые надо подвернуть, надо удлинить, надо выровнять, потому что у меня какие-то короткие, обломанные, какие-то длинные. Это моя идеальная тушь. И 5 в одном. Но это какая-то наполненная, 5 в одном, мне кажется, какая-то пустоватая. И 2 классных оттенка. Черный и глубокий синий. И завершает наш обзор. Ура! Тоже новинки. Давайте посмотрим, что здесь. Крем для рук. Он, наверное, будет в коробочке. Судя по всему, 30 миллилитров. Клюквенный чай. Мыло в форме колокольчика. Тоже в коробочке клюквенный чай. И смягчающее средство будет в такой красненькой коробочке с маслом клюквы. Я уже такое брала в прошлом году, и оно классное. Хорошее. Вот мы с вами искали то, что до 100 рублей, то есть недорогое. Я вот наберу таких кремиков для рук. Я люблю больше крема, чем мыльца. Я буду дарить такие кремики. Супер, здесь можно еще и потереть страничку. Ну, просто пахнет клюковкой, приятненько. Вот такой потрясающий хороший каталог. Надо сказать, неплохо, да? О, кстати, хочу вам показать, как помада изменилась. Смотрите, я вот ее трогаю, и она практически не отпечатывается. Я когда и накрасила губы, я взяла большое яблоко, съела. На яблоке не оставались отпечатки губ. Это очень радует. Потом я выпила чай с плюшками. На стакане не оставалось отпечатка губ. Я просто в восторге от этой помады. Смотрите, то есть, ну, конечно, если сильно тереть, то что-то отдается, но на предметах, на еде не было следов помады. Вот это у меня был полный восторг. Напоминаю, что это новинка, матовая помада. Вот она. Это она, вот эта новенькая, суперская. Фух, надеюсь, мой труд вам пойдет на пользу, и вы сейчас легче определите, что вам нужно из этого каталога, как лучше предложить клиентам продукцию нашу, что не рассказать хорошее, что не рекомендовать. Я надеюсь, что вам это пригодится, и у вас будут огромные новогодние заказы, вы заработаете немножечко больше денег, чем обычно, и сделаете себе хорошие подарки. Благодарю вас всех за внимание. Обратную связь пишите в комментариях. Если есть вопросы, то тоже смело задавайте их в комментариях. Я всегда отвечаю, если вы заметили, всегда на связи стараюсь быть. И вам всем всех благ и классного предновогоднего настроения. С вами была Лилия Донско. Пока-пока. Пока! -пока. Пока!